У нас в кадре чешский автомат VZ-58, вернее его гражданская версия CZ-858, но суть от этого не меняется. Автомат, который использует 7.62x39, то что называется калашниковский патрон. И здесь у нас в качестве дульного устройства установлен саунд-модератор от торговой марки Astur, который мы сегодня попытаемся отстрелять при помощи этого автомата, посмотреть, как он работает. Дело в том, что на этот автомат не подходят стандартные глушители, которые предназначены для автомата Калашникова, по той простой причине, что во всех калашоидах левая резьба, здесь же резьба правая, 14 шаг 1. Если мы вот сюда внимательно посмотрим на маркировку, то увидим вот то, что здесь написано на супрессоре, 14 шаг 1 правая, и глушитель по умолчанию предназначен для 308 калибров. То есть вполне едабельно потребляет какие-нибудь болтовые винтовки и прочие AR-системы 10-й модели. Но сегодня он на ВЗ-хе. Интересно посмотреть, как он будет работать, насколько комфортно стрелять и в первую очередь стрелять без наушников. Мне, как рядовому пользователю, в основном гражданскому стрелку, в первую очередь интересна возможность использования этого саунд-модератора на стрельбище, на пострелушках, на стрелковых мероприятиях различных. И интерес использования этого саунд-модератора, мой лично, состоит в том, что его можно использовать без стрелковых наушников или беруш. Это в первую очередь удобно для самого стрелка, для окружающих. Это удобно для ситуации, экологической ситуации. Животное не боится, птичка не пугается. Это здорово, интересно. Ну и кроме всего прочего, я думаю, подобное устройство будет интересно также и охотникам. Ну вот, собственно говоря, такие впечатления, такие испытания модератора. Без беруш наушников вполне комфортно. Вот так вот пачкается рука, когда используется на ВЗХ специфический хват. То есть я держу его вот таким вот образом под цевьё указательным пальцем, и сброс газов пачкает руку. Это я к чему? К тому, что с использованием дульных устройств, в частности модератора, естественно, происходит такое явление, как перегазовка, то есть излишний отвод пороховых газов через газоотводное отверстие. Ну, соответственно, вот такой вот эффект. Глушитель тепленький, но вполне в рабочей температуре.
при длительном использовании, естественно, желательно не перегревать для более долгого срока службы, для большей эксплуатации. Мишень, в которую сегодня стрелял, и с модератором, и без, вообще без каких-либо устройств. И видим о том, что точка СТП не имеет тенденции к смещению. То есть стрельба с рук, понятно, она не даст какую-то более-менее меняемую кучность. Но вот так в мишени, в полуростовой мишени, это выглядит следующим образом. То есть какого-то явного смещения СТП при использовании модератора относительно других дульных устройств или без таковых нету.